Мой, что они вообще напикали? Посмотрите. Ликвиды в этой игре. Невероятно. Друзья, начинается у нас игра номер один. Они в ТФБ так еще не тролля сделали. Хорош, ликвиды. Первое убийство есть. И забирает на себе Кио Инсейни. Мы это видели уже, то что он... 2500 у тролля здесь. Нападение на дурачье пошло. Дурачье, есть дизрапшн. Ага, Инсейния приходит сюда Тофу, Инсейнию что еще и не убьют, по всей видимости, да, его не заберут, а вот здесь кто-то поинтереснее, посимпатичнее будет сейчас, хотя там в ответ пинают, дурачи, очень больно, ему чуть не умер, 30 хп осталось. Тело, но это просто по крипам, тут дизрапшн, тут три героя, так-то будет так же, у команды ГГ, они будут сейчас настреливать, если что, и ликвиды также в ответ, вот только Квинна пинает, Квин, ну, идет, да, отсюда, но Инсейния остается, но это очень странно. У вас есть дримкоил, есть саппорт с контролем, залетите в него, он просто сдохнет за секунду. Здесь начинается драка у нас на боте, нападает на 33-го. 33 пытается уйти, бокси красный, эйс за бокси, за ним прыгает Квин, и это минус бокси. Дальше что? Силерия убивает, минус Силерия. Просто это странно очень, и все, не похоже. То, что больше я ему смерти желаю, меня просто больше это раздражает немножко, то, что они не делают то, что должны делать. Вот это у нас на эйс сейчас, Тимберчин опять неудачный, что ж такое-то? Эйс минус, ну и там у нас 4 героя, он стреляет, конечно. Тут дримкоил нажимается, давит, сейчас, братан, секунду, мека жмется. Мека нажала, все, выживает у нас в боксе. И на развороте может сейчас драться будет, есть свап. Квин арба через секунду будет готова. Квин, успеет ли он уйти? Хо-хо-хо, еле-еле, но уходит. Но за ним Мики под унлэшем, не отпускает никуда его за... Так, ну что, пошли. Лассо полетело, ну вот она и Марс, ну тут легко очень. Легко. Типа, твоя тройка. Я говорил, гладиаторы, спириты и экстримы. А здесь у нас нападает на дурачье. Дурачье топоры, лосо есть, прилетает Микки. А это означает, что для него будет спирт. Нажмет он БТ, окей. Побегает немножко. Даже, возможно, там как-то нахарась 33-го. Но все равно он не спасется. Это минус дурачье. Опачки. Там драка начинается. Дримкоилы полетели, но урона просто не хватает. Им просто не хватает урона. Дурачок нажимает БКБшку, БТ. Подходит в боксе, захиливает Микки. Он не перебивает его. Он просто его не перебивает. Это минус 2 в 2. Да, они повырезали там 33-го, да, как бы. Ну, Бэтрайдер, знаешь, такая тройка, как бы. Надеюсь, ты будешь не против. Хотя, я, например, не против бургера больше. Ну, может быть, сегодня и бургер. Поэтому, братан, сегодня обязательно, надеюсь, вожатка, и вы должны знаки внимания выделять. Здесь врыв. У нас нападают на эйса. Инсейни есть свап. В итоге чекрамчики полетели. Эйс больно, минус эйс, дурачье, БКБшка. Батутранс полетел. В итоге пытается он Микки забрать. Ему хватает даже урона. Но есть нюанс. Сейчас кончается Батутранс. А снайпер, который просто неприкасаемый, будто бы, вот знаешь, есть договоренность, что его трогать просто нельзя. Этого нишу. Его пробивают. И... не, в школе у нас, типа, валентинки там дарили, в школе. В школе валентинки дарили там друг другу. ГГ. 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 Ну, интересно, посмотрим, смогут ли сейчас ликвиды перетерпеть, потому что алхимик может разогнаться, да, очень быстро. И разрывать на части противников своих. Но здесь ниша выставим. Ну, опа, началось, началось. Кажется, нападает на эйс. Друзья, шансы прекрасны его убить. Забирает килл себе еще и Микки. Просто быть не должно, топ у нас там какая-то рубка идет. Бокси быкует, но нападает на Микки. Он без шикучей, он без шикучей. А эйс сейчас будет стан еще и будет 1-1. Ответка есть, Микки зато ФБ, но... Второй не за горами, накручивает. Накручивает, Малифай же будет так же. А хватит ли им? У них есть гранат, конечно, еще. Хватит ли? Стики нажимаются. Вроде хватает. Да, хватает. Хватает. Думал, что не хватит, но хватило. На топе еще умирает бокси. Здесь 3-1. Что ж происходит такое? И алхимик умирает. Дурачье падает на боте. Поэтому там, конечно, они сейчас столкнутся. Опа, дурачье. Взлетают. Неплохой килл может быть, и он будет, друзья. Хотя стики нажимаются, что ничего не убьют. Да ну, не верю своим глазам. 40 хп остается. Последний удар должны они были его собирать. И это... 3-3 на этой карте. И сейчас-то будет на варде. Ребаунд полетел, достает. Сейчас потом будет диспоуз. И это минус эйс. Хорошая притяжка от бокси. Очень важно. От бокси, от инсейни, извините.
И забирает у нас здесь эйса, важный килл. Опа, а в миду минус ниша, с другой стороны будет минус топ. И сейчас квин по блинку, что блинк имеется, так что нужно уходить, он прыгает туда поближе к своему. Хотя ниша слабенький по нетворсам, но все равно здесь ворвался панч, нажимается, Sonic Wave, полетел, ниша, тофу точно умирает, ниша падает, что по блинку. А 2, 1 уйдет квин, уйдет, и размен хороший, хотя еще не конец, выходит Силери, получает, если у нас сейчас будет на тофу, полетел 33-й, может дать сноуболыч, можно дождаться команду, дать ворвался панч, команда, кстати, прилетает вообще вся, Силери на ноге, сейчас может сделать красоту, потенциально получится ли, но в одного все равно, тоже неплохо, минус будет бокси, эйс, с другой стороны, у нас... Умер, да? Квин, блинк, это идет. На нем Весу, ну, там, по идее, не хватает, урона сноубол полетели на Инсейнию. Именно в него хотят, дурачье, еще Весу вешается. Стан на развороте. Микки Малифайс получает. Есть спрей. И Микки нужно отходить с парка. Но это была тычка не с импетуса. Поэтому дурачье живет. Но на секунду поднапряглись все. И в итоге ликвиды поддавили. Да. Тут в миду начинает заварушка, напали на Квина. Бокси успеет, хорош Бокси, минус... Хорошо-то как, а? Они... Вообще, если нигде, получается, не будут участвовать. Здесь нас нападает на Бокси. Бокси поймали, дурачок запрыгивает. Убили Бокси, нападает на Инсейни, справляется. Ниша ушел. Минус 2 оформляет гладиаторы и пошли за Нишей темпа с даблом. Ну, еще плюс 240 получит у нас Квин. Неудачно крутил. Там Блэк Хоу есть. Там Блэк Хоу. Такой, знаешь, он просто будет защитный. Ну и забирает бокси. Еще спасает эйса. Хотя спасает ли, непонятно. Спасает. Выживает он. Дурачье получает весел. Есть лассо. У него есть БКБшка, но он не успеет ее дать. По идее успевает. Но мало хп. И минус дурачье забирает у нас здесь химика. Силери. Силери у нас... Малифайс и... Силери умирает. Просто вот вчера пример игра Бокси еще. Чтобы он мог дольше жить и больше танч питаться. Залетает 33-й. Есть лассо. Эйс впитывает вообще спокойно. Благодаря тому, что тофу. Но тофу отъедет. За это приходит Микки. Силери в кустах с блинком, который, возможно, про него не знает. А вот теперь знает 100%. Сейчас он будет пытаться мешать. А не получается БХ дать. Хорошо. Ликвиды. Силери малифайс. Умирает Силери. Минус 2 оформляется. Нападает у нас на дурачье. Дурачье. БКБшку убивает он бокси. С другой стороны нажимает ТП. Грамотное решение. Улетает дурачье на базу. Спасается. Там поймали. Не убили. Или эйса, ниша бьется до последнего, и блинк, но он умрет, но он забрал с собой 33-го, стриком еще, собираются у нас бить вышку, опа, опа, а нишу мог бы сейчас принять дурачью, ой-ой-ой-ой-ой-ой, повезло нишу, но инцени, конечно, умрет. Но здесь было золото. Видите, гладиаторы все завелись. Они понимают, что нужно давить. И выходит и на нишу прямо. Но не читает, где он находится. Просто там вардов не было. Они нашли его. Шикарно. ГГ здесь. Нажимается массовый ТП. Ниша умирает. Прилетает сюда и Микки. Бокси в фокусе находится. Бокси сейчас также может умереть. Нажимает ребаунд. Уходит. Бокси краснючий живет. До последнего сражаются. Блэхоу. Ничего страшного. Одного тоже можно давать. Минус Микки. Минус 3. Посмотрим сейчас. Нет, не получается, не успевает. Они будут драться. Зато, опа, не лагают. Взять себя в руки. Все, Силери без Блэхола. Нападает ликвиды. А Бокси у нас умирает просто. Эйс каким-то образом все еще живет. Импетус его похоронен здесь. Минус будет. Микки залетает. Дурачи БКБшка в КД. И поэтому сейчас дурачи можно будет убить. Сноубол хороший. Спасает дурачье на время. Но опять колба. Нажимается рейдж на развороте. Эбисал. И минус просто-напросто 33-й. Дальше пошли на нишу, минус ниша, ой-ой-ой-ой-ой, а вот это страшно, Микки, Микки, сейчас все в твоих руках, минус Микки, ой-ой-ой, это точно минус сейчас будет, ну, рейндж-барак, и, возможно, даже еще и топ поломать можно. Надо быть осторожнее просто. Здесь лассо нажимается, увезли. Именно тофу и делать все правильно, чтобы никто не сейвил. Минус тофу есть, вот так вот, время плюс. Ну вот сейчас нужно отойти. Сейчас нужно просто уйти, залетает дурачок, никого не боится. Квин БКБшку нажимает, прыгает, форстав, форстав. Ниш спасает у нас, там сам себя, и он спасает и тиммейты. Да, и
Ушел дурачье, Black Hole, нет, Лирия залетел, пытался отогнать просто дурачье, вот теперь БХ нажимается, и в него засосали бокси, и темпа сдало. Дурачье сейчас может умереть, умрет дурачье, все. Сейчас нужно идти добивать и просто сидеть, ждать. Качаться, 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 шанс. Верно берешь, то есть, минус геймер. Здесь на боксе нападают, минус боксе, там нажимается лассо. Лассо гонимное в двух героев, не хватает ему урона, не хватает, пинает там Тофу. Тофу, возможно, сейчас умрет, но с другой стороны это минус 3 с 3, минус 2 делается уже. И там приходит, да, дурачье нападает на Микки, Бэби Соколба, минус дурачье. Делается у нас по Микке здесь, именно он килл забирает и 3 в 2, хотя Эйса убили. Дурачье накручивает. А там ниша, а там ниша, а там ниша. Дурачье в него взлетает, Линкин сфера. Повезло, повезло, ниша. А сейчас же будет Эбисол, сейчас будет Эбисол. Команда бежит сюда вся, и с одной и с другой стороны. Ниша подходит Квин сюда с Топу. Лассо, дурачье затянули, но зря, возможно, его затянули за нишей. Очень зря это сделали. Ниша умрет, здесь Микки залетает. Также Блэк Хоул полетел, и Микки у нас без байбека, ниша без байбека. Два керри баев нету у команды Team Liquid, и сейчас они должны заканчивать эту игру, ну, как минимум две стороны доламывать сейчас. Подвело это очень сильно, Ликвидов. Нет бэбэков на керри. И, собственно говоря, трон начинается биться здесь, а у них еще 50 секунд, и глифа нету, время-то у них есть все еще. Нападает на 33, минус 33, выкупается он обратно в игру, у него был бай у единственного, да. Кого сейчас оставался? Лассо, двоих героев, но не получается его никуда увести, далеко слишком. Минус 33 еще раз, и трон, друзья, 1-1. Нас ожидает третья решающая карта, и это будет интересно, по идее. Они поставили темпларку на керри, о, на мид. Слушай, они жадно ли это? И ВРК на керри, они жадно ли это? Опять. Но первый тайм боксы у нас, да, Реал Лейпциг, думал, что банка будет. А что здесь происходит? А если у нас разорвали 33-го гладиатора, 1-0 забирает килл себе Силери, кстати говоря. На плей-офф эти прогнозы матча, на матче, у меня стояло там тотал 9,5 больше. Они там как раз таки угловых 10 сделали. Если у нас нападает на боксе, и бокс что, умрет тоже? Да, 2-0. Юмор, который, ну, на оскорбление строится. Это, в принципе, не юмор уже. Нападает у нас на боксе. Боксе гречка, Силери поймали. Силери в таверну отправится, да, и это минус 3, кстати говоря. Дурачье, бокси не получает забрать, снимает сплэш, но Тофу, возможно, разменяется, да, разменяется. На вот 33-го, наверное, уже будет сложнее. На бой тоже какая-то заварушка, у нас тут за руны. На 6-е руну Инсейни, если что, разбил, никто ее не поднял. А Силери недалеко, Квин Блинк имеется, у него есть Соник, он его нажмет, но маловато или нет? Cold Embrace, его Соник Вейс затолкнул на хэграунд, представляешь, в итоге Малифай с гранаты подходит до лончики, есть Тос, куда ты его тоснул? Куда ты его тоснул? Йок-макарек умирает. Топу, возможно, он понимал, что он точно уже падет. И, да, Малифай с КД, Инсейню здесь не добить, нажимает ТП на базу. Это классика. Знаешь, утром в школу одеваешь, 6 кадров идет. Здесь у нас врыв нападает на Силери. Малифай нажимается. А Силери, трапа взрывает. Соник Вейв, минус Силери, бокси будет в размен. Квин пошел дальше, но приходит Микки с фокус фаером, он с блинка, так что будет минус Квин. Конечно же, здесь повершот. До конца нужно идти. И Квина накрывает, Тофу улетает. Силери у нас... Но пока что отходит. Там дурачье, ГДСик полетел на Инсейн. Тут Cold Embrace, ментальная реакция. Без маны. Без маны у нас химии помочь нечем. А хотя Квин очень красная, но выживает. Здесь фокус фаер на Топу. Чем помочь? Ничем не поможешь. Микки вообще большой молодец. Вроде бы керри ВРК, да, но она безумно активная. И Микки жестко очень раздавал Микки. Он начал бегать по карте, гангает на ВРК на керри. И вот здесь ганг на Эйса у нас есть. И хватает им урона 7-8. Так, Тофу прячется, прячется в кустике, Тофу пытается улететь. Нет, его не увидели. Микки поздно прорубил дерево, в итоге приходится слезть с шестым, если что. И сейчас можно будет БХ дать, ужасный Black Hole. Ужасно, там еще и Курса нажимает, Силери сейчас умрет. Квин приходит, ладно, если Микки сейчас получится разменять, нажимает Синка, его точно разменяет, по процентам, там уже дурачок пришел. И ГДСик дал, и там будет стрик для дурачьё сниматься. У Ликвидов есть. А там опять давят у нас бедного 33-го, за ним прям полетели-полетели, смотри. Но там это битва за руну мудрости, и сейчас эта битва вообще может закончиться плохо для команды КГ здесь. Очень плохо. И вопрос, да, стоило ли? Наверное, с Курагой лучше, Курагой я уважаю. Эйс у нас минус.
Минус эйс, там тос, Топу, возможно, умрет. Колден Брейс, Соник Вейв жмется. По Микки, минус Микки приходит Ниша, Топу убьет. За Денайли еще, представляешь, Микки? Это, кстати, уже второй Денай от Ликвидов на этой карте. Плохой очень макро от них в данный момент. Врыв полетел, но тут недалеко находится команда, нажимается ГДС, ставится стеночка и дает она иллюзии. В итоге Black Hole сбоку на Инсейню, именно в него дает, забирают Нишу, минус Ниша, нападает на боксе, Сурж, боксе и минус бокс. Сейчас нужно идти под Next ГДС, ломать рож, подфармить. Сейчас там фокус фаер, Квин залетел. Просто умирает он так глупо, да? Минус Квин... Минус Квин. Ой, какая гречка. Божечки ты мой. Какая гречка от Бокси. Минус Селери. Минус Эйс. Фантастика Бокси. Уже у Ликвидов начинает немножко все упираться в то, что комба будет. Квин в очередной раз умирает здесь. Подставляется мидер команды Gaming Gladiators. Умирает. Тут там поймали Селери еще. Селери. Ух. Казалось, что он пал, но нет. Нас спасает, да, ОПВ здесь улетает у нас Селери. Там дурачок убивается еще и Блэкенбар. Из него 9-8 секундная, 8 секундная БКБ выбилась. Тофу видно, там стоит вард. А минус Тофу будет. Браво, Ликвиды, браво. Находится под своим виженом у нас Ликвиды. Итак, Селери начинает там подтыкивать понемножечку. Дурачок забегает, пока не прыгает. Нужно прыгать Айсо. Уже умирает Селери, спасает его. Ладно, Айс пока не залетает. Прыгает 30, есть по нему стан, есть ГДС. Айс не получается, потому что там спрей, блинк сбит у него. Только на ноге, только на сурже нужно идти. Вот сейчас есть вакуум. Можно дать, вот так вот есть стенка. Команда не поддержала, Ниша ушел. Не сработало, но дурачи там дал. Ну дал, вроде бы неплохой импакт. Убили они Инсейню. А тут какой урон, залетает, больно Селери. Больно, Топ очень. Селери минус, Топ вот также будет минус. Минус 2, там нападает на Квина. Квин блинк успевает уйти, дурачье прыгает. Пока ГДС работала, да, урон. Он еще работает, минус Ниша. Даже делается, Микки забирает Квина. Дурачье будет также в таверне. И это минус 4, и это драка 5 на 5, конечно же, в пользу команды Team Liquid. Но есть, конечно, нюанс один по нетворсам. Они будто бы ее проиграли. Гречка нажимается, минус эйс, еще минус 5 будет. Но вот до килла эйса... Да нет, не про никуда, 4 килла сделаешь, сейчас уже минус 5. Спасибо, спасибо. Итак, ГГ... Залетают на боксе, напали. Там есть фокус прямо по Квину. Опять же Квин, есть курса. Бокс спасут, он Колден Брейс сейчас даст гречку. Там вакуум хороший, Шива полетела. Но наконец-таки, хоть одна кнопка хорошая нажимается. Гладиатор за 40 почти минут игры. Там падает 33, минус 3, минус 2 бая выбивается. Минус 3 байбека. Битва за рожка сейчас будет, минус Инсейня. И посмотри, у них 9000 стоит всего лишь. Вот вам и комбат, друзья. Смотри, сейчас может показаться, его могут принять здесь быстренько. Он показался, прыгнет для Квин, нужно прыгать, нужно прыгать. У тебя есть гем, залетает, поддержка нужна срочно. Где хелпа? Вот она неудачно, досты, Микки БКБ. Блэк Хоу нажать просто надо было и все. Ой-ой-ой-ой-ой, и все, дурачи остановили, есть курса по нему. Не будет уже точно Блэк Хоу, Энигмы в этом замесе. Он у нас еще и без байбека. Навалили по дурачье. Дурачье. Стан туда за боксе. Подкатывает его на землю. Боксе. Щелк. Квин нажимает Sonic Wave. Где же ты? Где же ты, Эйс? Вот нам приходит Эйс. Наконец-таки у нас. Он там сбоку дал какую-то стенку непонятную. Но и в итоге в ужасе гладиаторы. Падает Эйс. Уходит у нас вроде бы дурачье с Квином. Но минус Тофу будет. Ну, блин. Мне драфт здесь понравился больше у гладиаторов. Не должен драфт с Кири Веркой, тройка химиком и мидером Тэблака выигрывать. Просто не должен. Слишком жадно. Дурачье. Дурачье в БКБшке. Там фокус фаер Верка просто съедает. Нажимается вакуум, есть Блэк Хоу. Но дурачье выкупается. Там шеков. Все, Блэк Хоу уже не будет. Там минус 4. Баи, конечно, пошли. Но сейчас придется просто депать. Или даже возможно снимать на камеру. Наверное, думаю, 70-65 точно. С огромными паузами. Но все равно... Смотрим, уходит у нас пока что отсюда Квин. Отступил. Интересно, будет ли, кстати, гладиаторы, да, писать что-то вот про паузы, и то, что там они их сбили или нет. Ну, Квин может, кстати, Квин может начать возмущаться, но посмотрим потом. БКБшка от Ниши нажимается на Эйса.
залетают у нас пока что инсейни, Эйс прогоняет, там 33 на Дрочи нападает, Дрочи разворачивается, 33-го карасит, падает, вышка теперь 4, Квин залетает на Микки, его бафает пока что 33, Соник Вейв полетел, Микки пофигу, форстап, там вообще не чувствует Соник Вейв, этот дурачье, есть танчик, без ГДС вообще не представляет никакой опасности, минус дурачье, Эйс на камеру снимает, и это уже точно, 100% все было, да, но всем пофигу, минус Силерия. Не знаю, что это было сегодня с ГГ, не знаю. Но ликвиды просто лучше. ГГ мы пока выписываем из фаворитов на все крупные турниры. С такой игрой выписываем. Но они будут у нас играть на Dream League через полмесяца.